Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, начнем, наверное, с аренки. Мы с тобой в Лиге Мастеров. Ранг у нас 29-й, нам нужно взять сегодня топчик и допройти некоторые испытания, которые я не успел. В связи с тем, что у нас закончились сыр, да, ребята, из-за сыра. Ну что, я вижу, тут есть Анатолий у нас. И он, видимо, не против, да, подраться с нами. Мы возьмем... Погоди, не то я делаю, вот так вот. Отойди пока. 79 уровень. Слушай, здесь придется, наверное, кого-то еще взять. Я думаю, наверное, Микел... Нет. Да что вы лезете-то все? Я возьму, наверное, Железноголового. И вот этих двоих. Давай-ка попробуем. Завтра у нас понедельник. Да, наверное, и видосик уже выйдет в понедельник. Так что, ребятушки, я буду работать, поэтому бустануть у нас с тобой не получится, только лишь на следующий день. Ну, я думаю, полубуст с тобой сделаем, да? Сильно не рванем, но и, как говорится, в обиду тоже себя не дадим. Ну что, Лео, завалишь всех? Опа. Постепенно урон нам помог здесь, а так бы, возможно, было бы неприятность. Ну что же, давай переходим с тобой на следующий поединок. Посмотрим, какое мы место с тобой займем. В плане. Был 29-м, стал 24-м. Обалдеть. Лучше не придумаешь. Хорошо. Это они меня так испытывают, да? Ладно. Пусть будет по-вашему. Я тоже, как говорится, терпеливый. Давай вот так вот возьмем. Нам нужно всего лишь сыграть две битвы. Я не знаю, почему у нас вот сейчас вот получилось всего лишь 5 ступенек пролетели. С чем это связано, не могу тебе сказать, но топчик сегодня однозначно будет, поверь мне. Так, секундочку, что это за дела такие? Ты посмотри. Так, Бибоп, успокойся, пожалуйста. Ну-ка, Шредер, накажи его, пожалуйста, а? Сделай доброе дело. Красавчик. Просто по красоте. Ну что, давай посмотрим, у нас было 24 место, я думаю, сейчас где-нибудь 12 мы с тобой займем. Или же... Не займем. 14-е, окей. Меня устраивает. Ребят, меня это устраивает. Кстати, у нас 54 монеты, маловато это будет, да? Для того, чтобы что-то новенькое нам приобрести. А приобретаем мы с тобой за монеты что? Правильно, ДНК на Донателло. На Донателло классического. Нам осталось всего лишь 6 или 8 ДНК, и все будет нормуль. Так, давай, Усаги, прояви свою прыть. Порви этих ничтожных бойцов. Ну, в принципе, Лео здесь справится. Даже если мы не успеем забомбить. А мы не успели, поэтому постепенный урон. Или же Армагон его просто добивает. Шик и блеск. Тут по-другому не скажешь. Ну и смотрим. Переходим же мы с тобой все-таки в топчик. Или же нам придется еще с тобой сделать один бой. Итак. Ага. Испытывают меня, ребята, испытывают. Ну ладно, будь по-ихнему. Раз они хотят крови, будет им кровь. Так, давай-ка я возьму сюда вот этих ребятулек. Потому что, ну, уже нет смысла там кого-то брать из слабеньких, да? Это последняя битва на арене сегодня. И мы делаем с тобой вертушку. Ну, 100% Усаги здесь, конечно, всех не завалит. Но постепеночка довольно неплохо сработала практически на всех. Все, они не жильцы, потому что Леонардо их сейчас распишет за 5 секунд. Все, друзья мои. Это круто. Ну, а мы с тобой переходим на испытание. У нас в одном испытании есть, как говорится, еще за что побороться. А ну-ка. Все. Я уже знаю, что я буду в топе. Отлично. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, с тобой... Зайдем и глянем. Вот это вот испытание борцы с преступностью у нас не пройдено. Да-да, мне нужен кожеголовый и по возможности слэш. Но это под вопросом, под большим вопросом. Слушай, может быть нам взять Рокзара вместо Джастина? Я, наверное, так и сделаю. Да, ребята, мне кажется, так будет лучше. У нас, по крайней мере, с тобой появится провокатор. Ё-моё. Грибная поляна целая. Противных грибов. Блин, а.
Ладно. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Зэк, бросай свою бомбочку. Окей. Я тут, ребят, возьму провокацию. И бомбанем. Давай валуном сразу. Чтобы не терпеть их, сразу уничтожим. Так, переходим с тобой на вторую волну. А здесь у нас стрелозады. Они не такие страшные, уж поверь мне. Я знаю, о чем я говорю. Так, можно, в принципе, маузерами их забомбить. Вот так вот. Ага, Макман, Кейси Джонс, Морозильная кошка и Железноголовый. Начнем, наверное, именно с него. Так, уничтожь, пожалуйста. По красоте. Так, попробуем атаку понизить. Вот, вообще. Найс. Так, теперь пробафаемся чуть-чуть. Вот это ты зря, парень. Вот это ты зря делаешь, а? Так, лечиться, да, будет? Понятно. Ну что, давай выпустим тогда ракету с тобой в Макмана. Упс, не добили. А сейчас нормуль. Так, выпускаем когти. Постепенный урон. И уничтожаем с тобой. Хотя нет, не получится. Да что ж ты будешь делать, а? Смотри, ну-ка, ответку. Молодец. Так, четвертая волна. Кожеголовый, слэш. Так, ну здесь волну надо выпускать, это явно. Это явно. Так, Роквелл. Наверное, кожеголовым я займусь. Так. Давай еще разочек. Ага, Роквелл. Хочет у нас там сделать ход. Слэша мы с тобой попробуем заблочить. Все. Так, пробить получится у нас? Найс. А кожеголовый как спал, так и спит. Ну что, ребята, опять помоечный босс у нас, который прячется именно в помойке. Мы его сейчас быстренько с тобой распишем. Не такой он уж и крутой здесь. Да? Единственное, конечно, мне не нравится, что... Блин, мало здоровья. Сейчас бомбанет, да? По нему именно. Ай-яй-яй. Ну-ка. Найс. Провокацию брать не будем. Так, понизили мы ему защиту. Давай-ка тройной укус сделаем. Раз, два, три, Вот и все. Цыплак отдуплился. Как обычно, ребят, надышался этих зловонных испарений и повело его, повело. Ну, а мы с тобой, естественно, переходим на последнее испытание. Ах, кожеголовый, две ДНК, отлично. Ну, я не знаю, тут будет, конечно, очень люто. Ты посмотри, уровень 85-й. А у нас с тобой... Я даже не знаю, потянем ли мы. Как ты думаешь, потянем или нет? Ладно, попробуем. Авось вдруг получится. Ну, это вряд ли. Так, нас встречают вот эти вот партизаны. Замедляшка плохо срабатывает. Оу, они ускорились. Офигеть. Еще и контратаку повесили. Трындец. Ребята. Так, нам нужно с тобой как можно быстрее поставить защиту. Давай-ка валуном. Если мы сейчас не добьем, они все будут... Отлично. Я думал, что сейчас через контратаку будут мне бомбить моего Армагона. Но тут, слава богу, все получилось. Так, вешаем с тобой защиту. Ну и начинаем уничтожать по возможности. Так, 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 так. Эти с постепенным висят. Давай-ка вот этому пропишем сладких. И вот этому. Эти должны отдуплиться, в принципе, да? Я, наверное, сделаю лучше баф пока. Для следующей волны он нам пригодится. А здесь у нас черепашонки. Так, вот этот враг номер один. Уничтожаем его сразу же. Упс. А если вот так вот? Найс. Так, провокацию стоит ли брать? Или все-таки лучше Рафаэля? Или Лео бомбануть? Наверное, Рафаэля. Нет, все-таки Леонардо. Так. Тройной укус. Или защита. Давай эту атаку им понизим. Попробуем понизить. Не очень, конечно, хорошо. Захил идет. Так, а я его пробить смогу, интересно или нет? А так? Офигеть, я на них все свои суперудары потратил. Ты посмотри. А вот это ты зря, парень. Это тебе не пригодится. А этот свои звезды... Оу, защиту даже.
Ну-ка, пробью. Трындец. Что-то не выходит. Ты посмотри. Нормуль. И этого. Угу. А так? Все, ребята, четвертая волна. Опять это бравая команда. Так, нам нужно, наверное, начинать с Пита. Ну-ка. Блин, мне нужно замедляшку, наверное, кинуть. Замедлили. Так, что это такое? Что это он там сделал? Что за танец буги-вуги такой был? Объясни-ка мне. Уклоняшечка. Уклоняшечка, ребятушки, стоит. Вот это вот проблема. Будем ли мы сейчас с тобой попадать по ним? Так, минус Роквелл. Давай-ка защиту повесим. Я сейчас знаю, сейчас слэш начнет тут выпендриваться. Может быть, нам получится все-таки... Ага, ну броню не понизили, блин. Все, кому-то крышка, ребята. Зеку, да? Так, Пит. А он в невидимости, друзья мои. Я его не могу пробить. А ну-ка, волна поможет мне? Отлично. Так, ну слышь, не жилец. Теперь попробуем этого халабуду с тобой забомбить. А-тя-тя, надо было, ребята, баф делать. Ну что, мы дошли с тобой до босса. А вот сможем ли мы его одолеть? Вот это меня вопрос больше интересует. Вылез, прятался за помойкой. Блин, сейчас он своей ракетой бомбанет. И будет плохо. У меня защиты никакой нету, да? Только провокация. Зачем она мне нужна здесь? Сейчас ракеты выпустит. А нет. Подожди, а может быть фартанет? Ну, ты как понимаешь, да, на три звездочки мы здесь не тянем с тобой. Но зато проходим. Для меня важно было пройти, ребят. Ну, на три звезды, конечно, хотелось бы. Но, видишь, зэк, как говорится, наш ватный просто упал. И поэтому мы на две звезды. Тем не менее, мы получаем с тобой ДНК на слэша. Две штучки, и это прекрасно. Так, что мы еще с тобой здесь не сделали в боевке по испытаниям? Давай посмотрим. Ну, здесь, по-моему, да? Это бесполезно. Хотя можно, можно попробовать, ребят. Но нету лекаря. Шредера брать смысла нету. Или же все-таки просто лучше пофармить. Или подожди секунду. Мы же можем вот здесь с тобой пофармить, да? Вот тут. Рискнем. Ой-ой-ой, не то, не то, не то. Так, где ты? Вот. Попробуем, ребят. Три золотых осколка. Кружка вшивая. Доллары. Вот, кожеголовый. Шикарно. 40 жетонов. 7 серебряных осколков. Ребята, и у нас с тобой заканчиваются телепорты. Просто заканчиваются. 40 штук, да? Ну, давай вот так вот 70 возьмем с тобой. И переходим опять же на фарм. Ну-ка. А, у нас с тобой не хватает. Можно здесь, но смысла нету, ребята. Что нам выпадет, слышь, это маленький шанс. Ну что, тогда я, наверное, сделаю следующим образом. Мы переходим с тобой в смятение с другого измерения. Так, нам здесь нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9. 9 боев сделать, и мы с тобой будем открывать сундучки. Так что поехали. Кто у нас там? Крис Брэдфорд, да, стоит, грустит, скучает, бедолага. Ну, давай начнем. Утешим паренька. Ну-ка, заблокировать сможешь? Молодец, Усаги. По красоте теперь наказываем. Поехали. Сейчас мы разберем кланфутовца, плюс еще... Тихо, 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 буянит. Нам нужно будет еще хильнуться с тобой, на всякий случай, да? А, для будущих боев. Потому что немножечко все-таки здоровье у нас хромает. Сейчас посмотрим. Так. Но здесь можно... Нет. Нет, я ничего не буду делать. Думал уклонение поставить или еще что-нибудь. Вот так вот мы лучше сделаем с тобой, да и все. И делов, как говорится, на копейку, да? Сейчас все упадут. Угу. Все, говорю, упадут, конечно.
просчитался маленько. Ну, постепенный урон и добивочка. Ну, вот так вот, друзья мои. А что вы хотели? Вы думали, что будет все просто легко? Нет, к сожалению, нет. Ну что, погнали тогда дальше с тобой. Так, и у нас здесь... Ну вот, например. Слушай, а может быть нам не брать с собой майки? А взять Армагона? Ну, как вариант. Так, ну что, давай попробуем сейчас. Ну, как видишь, Раф делает контратаку. Да ладно, Усаги, вот. То, что нужно. Ну и переходим с тобой на последнюю волну. Так, массовая атака от Армагона. Да здравствуйте, приплыли. Ты смотри-ка, а. Выжили, как-то умудрились. Но это ненадолго. Давай этого добьем. И все. И мы с тобой переходим дальше. Так, у нас остается еще сколько? Мы подсчитывали 9, да? 3 боя уже прошли. Остается 6. Илья, 1, 2, 3, 4, 5. Да, 6 боев у нас с тобой остается. Поэтому давай-ка, наверное, начнем вот отсюда. Слушай, я уже грозился, наверное, когда? Еще с самого начала, да? Видосика, что нам нужно отхилиться. И все, никак до этого не дойду. Так, давай-ка мы это сделаем все-таки, в конце концов. А то доиграемся. Так, ну-ка, Ванюша. Нифига не получилось его ушатать. Давай добьем. Так, ну что, и клан футовца у нас, да, здесь? Так, двойная атака, отлично. Ага, Баксер у нас без двойной атаки был, оказывается. Понятно. Ну, а здесь... Да здесь все просто и легко, друзья мои. В первую очередь блочим Пиццелицева. Не получилось заблочить его. Так, а Крип? Не падает тоже, ты посмотри, а. Ну, давай тогда попробуем, наверное, с консервной банки начнем. Так... Падает, и остаются клан футовцы. Минус. И еще один минус. Ну что, прошли и этот бой мы с тобой. Блин, интересно, кто у нас будет на следующей неделе разыгрываться, а, друзья мои? Как вы думаете? У меня пока вообще никаких идей нету. Но хотелось бы того персонажа, которого у нас еще с тобой пока нету. Точнее, он у нас есть, но у которого нету ДНК полностью, не накоплен, да? Так, ну что, неужели сразу же, да, минус стрела зад? А этого мы накажем или нет? Наказали. Так, продолжаем. Двойная атака. Даже одного удара было достаточно, чтобы он упал. Так, есть какая-нибудь массовая? Давай-ка вот так вот сделаем. Маузерами. Упс. Не добили. Так, начнем. Минус нейтрализатор. Минус бибоп. Да ладно, успокойся ты. Ну и этого тогда тоже. Все, ребята. Слушай, какие-то легкие, да? Бои у нас тут идут. Прям вот легче не придумаешь. Ну ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Сейчас уже скоро замкнем круг с тобой. Наваляем люлей оригиналом. Ну и пойдем на трепещущего Кренга. Который там бедняжку уже опять, наверное, в штаны наложил от страха. По крайней мере, мне так кажется. И он, наверное, не ручки потеряет, а потирает, когда он видит нас. А он, наверное, вытирает руки. Ну, после того, как обделался, короче. О чем я думаю, ребят? Что мне в голову бред какой-то лезет? Так, ладно. Шутки в сторону. Нам нужно с тобой нормально здесь показать себя. Давай-ка я выпущу волну здесь. Так, Пиццелицей, да? Самый живучий у нас здесь. Я смотрю.
наверное, мы его добьем все-таки. И крысиный король. Пробиваем его. Все, ребята. Ну, этих, как ты видишь, постепенно урон забрал с собой. Ну что, нам, по-моему, еще бой нужно сделать, чтобы закрыть круг. Ну и отправляться уже. Да, и отправляться к оригиналам. Вот так вот. А я, друзья мои, специально это оставил. Смятение из другого измерения на сегодня. Потому что я знал, что будет короткая серия. Если мы просто с тобой выбьемся в топчик, да, на первое место. Сколько там нам понадобилось? 5 минут. Думаю, а чем же еще можно было бы заняться? И вот как раз подоспело. Так, что-то тигр-то не хочет у нас. Все, сдулся. Крыса сдулась. И вторая крыса у нас тоже, наверное, сдуется. Угу. Переходим на вторую волну. И тут у нас... Ага, Хан, Шархан и Мутагеноид. Давай-ка начнем с тобой с Хана. Вообще сделаем массовую атаку. Чего мы тут выжидать будем, да? В принципе, они уже не жильцы. Тут любого, ребята, не тронь, он упадет. Ну что же, а мы с тобой отправляемся куда? К оригиналам. Сейчас будем их с тобой наказывать. Ну, раньше мы их побаивались, да, потому что они были самыми такими сильными. Как на мой взгляд. Сейчас, мне кажется, кого не возьми, они все легкие. Давай попробуем. Что с этими ребятами такое? Да ничего, просто они сейчас отдуплятся, вот и все. И никаких вопросов у нас даже не возникнет. А вот она, легендарная четверка. Начинаем с уклонения. Так, секундочку, можно... Давай-ка сделаем с тобой баф. Очень хороший баф с уклонением, все как полагается. Теперь вертушка от Леонардо. Иммунитет вешает, он ему не понадобится, поверь мне. Вот так, ребята, взяла игра и вылетела у меня. Понимаешь? Без особых на то причин. Вот так вот. И что же у нас получается? Неужели меня засчитали как проигрыш, а? Давай посмотрим. Да ё-моё, какая мини-игра. Так, это мы с тобой здесь, да? Честно говоря, не могу понять, засчитали как проигрыш или... Хм. Слушай, а ведь не засчитали же как проигрыш, потому что у меня все персонажи на месте, да? Будем надеяться, что это какой-то игровой баг был. Так, давай-ка повторим все, что мы с тобой делали. Окей. Вертушка. Друзья мои, третий раз вылетает игра. И знаешь, в какой момент? В тот момент, когда я собираюсь сделать вертушку от Леонардо. Тебе не кажется это странным? Давай попробуем тогда не делать суперудар Леонардом. И будем надеяться, что игра не вылетит. Почему такой бред? Что за баги, а? Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, попробуем так сделать. Раз. Так, без вертушки, да, значит? Ушатали. Так, иммунитет вешает. Майки. Этот Леонардо берет провокацию. Попробуем. Ага. Так, неплохо, кстати. Давай-ка добьем его. Воу. А если так? Шикарно. Так. У них, ребята, иммунитет, поэтому заблочить не получится. Получится просто уничтожить. И, надеюсь, пробить. Слушай, ребята, вот смотри, когда я не стал делать вертушку от Леонардо, игра не вылетала. А говорили, исправили баги. Нет, ребята, все-таки есть в игре баги. Ну что, мы с тобой переходим на предпоследний бой. Я вот, знаешь что, боюсь теперь вертушку делать лишний раз, потому что вдруг опять вылетит. По-моему, сейчас вообще игра зависла, насколько я смотрю, да? Что, черт подери, происходит с игрой, друзья мои? Придется перезаходить. Так, давай посмотрим. На этот раз
Зайдем мы вообще сюда или не зайдем? Выбираем нашу команду. Поехали. Так, ребят, я вообще изменил состав команды. Только в этом случае меня сюда впустили, ты понимаешь? Мне пришлось вообще отказаться от Леонардо. Это что такое? Да, я в шоке, если честно. Просто в шоке. Игру просто сломали. Жесть. Так, ладно. Как-то придется выигрывать здесь. Так, уйди. Поехали. Раз. Два. Так, переходим с вами на вторую. О-о-о, подожди, переходим. Вот сейчас переходим. Так, я еще и без Микеланджело играю, как ты видишь. То есть это минус один хиллер. Так, давай попробуем вызвать маузеров. Так, кого здесь валить? Наверное, я думаю, что все-таки Рокзара. Норм. Так, теперь Рокстеди. Шикарно, ну а с этим справимся. Что такое? Я не могу понять, что с игрой случилось, ребята. То вылетает, то критует. Бред. А как я буду, извини меня, Кренга бить? Ну, на Кренге, может быть, вылетать не будет. Сейчас попробуем вернуть с тобой обратно наш прежний состав. Так, раз, два, три. Блин, лишь бы не вылетел, ребят. Скрестим, как говорится, пальцы. Так, ну, пока вроде идет. Я боюсь просто делать даже вертушку от Леонардо, если честно. Попробуем без нее обойтись. Так, караечку надо наказать, я думаю. Шикарно. Так, Маузер, иди отсюда. Не добил, а, Лео, ну что ж ты. Баксер, ты как? В норме? Баксер в норме. Ну, и вот у нас с тобой последняя волна, где Крэнк потирает ручки после того, как... Ну, ты знаешь, что он сделал, да? Вытирает салфеткой после коронавируса. Да. Ну что же, попробуем сейчас с тобой его... Ну, забомбить. Не будем применять тут самые супер-пупер удары. Тихо! С ракеты начинает, ты прикинь? Ладно. Так, мы с тобой хильнемся. Шикарненько. Так, поехали. Заблучили. О, парень. Ну все, теперь тебе хана. Пумс. И промахнулся. Неудачник. Крэнк, друзья мои, неудачник. На тебе. На. Все. Ну что же, остается только лишь получить нам призы с тобой. Ну и, соответственно, посмотреть, что же нам в них достанется. Так, давайте мне, пожалуйста, пак. Это мы пропускаем, потому что это мы уже читали с тобой, когда проходили сюжеточку. Собрать. Ох ты, Донателло классический, друзья мои. Как раз он-то мне и нужен. Остальные у нас пока с тобой все есть. Ну, давай посмотрим, что у нас в этих сундучках. О, у Рафаэль ролевой, вот это шикарно, ребята. Так, Бакстер Стокман, Кирби Мышь, Рокстеди, тоже неплохо. Кейси Джонс фильм. Так, Леонардо фильм и Крип вместе с Кейси Джонсом. Так, здесь нам выпадают классические майки. Здесь Донателло и Лео оригиналы. Так, Лео. Ой, Лео. Леонардо классика, да, Леонардо и майки оригинал. И последний. Леонардо классический и Донни оригинал. Но все-таки мы с тобой получили две ДНК, да? На, ну, не здесь, а в паке. На Донателло. То есть, соответственно, нам теперь с тобой в магазине придется... Еще в разы меньше. Так, кстати, посмотрим, что у нас тут. А ничего мы здесь с тобой приобрести не можем. Всего лишь 4 ДНК остается. Я вообще считаю, что это круто. 4 ДНК всего лишь-то. Так, а вот здесь, конечно, да. Тут нам еще с тобой искать и искать. 69, 75. Ну, мы, наверное, будем с тобой Леонардо, да? Ой, Рафаэля ролевого искать, скорее всего. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.
Удачи вам!